18 июня на площади Махачкалы прошло чествование футбольной команды «Динамо», которая вошла в российскую премьер-лигу и в новом сезоне будет играть с сильнейшими клубами страны. В 2021 году по инициативе Сергея Меликова махачкалинское «Динамо» возродили, а уже на третий сезон клуб вышел в РПЛ. Каждая игра команды собирает тысячи болельщиков. Параллельно в республике развивается массовый футбол. Успех махачкалинского «Динамо» – это огромный труд большого коллектива. Свою лепту в общую копилку победы прежде всего внесли футболисты и тренеры. Но, несомненно, это и заслуга врачей, администраторов, менеджеров, сотрудников клуба, сотрудников «Анжи-арены». Отдельные слова благодарности, безусловно, президенту футбольного клуба «Динамо», олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру России, нашему профессору Гаджи Муслимовичу Гаджиеву. Разделить с дагестанцами футбольный праздник приехали президент футбольной национальной лиги Наиль Измаилов, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский и заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николай Толстых. На торжественной церемонии глава республики вручил государственные награды динамовцам, а все футболисты получили от Сергея Меликова памятные именные часы. Также членам команд были вручены серебряные медали. В праздничных мероприятиях активно участвовали волонтеры, болельщики, детские творческие коллективы, юные футболисты спортивных школ города и горожане. Для маленьких футбольных болельщиков работали аниматоры «Аквагрим» и «Фотозона». Тем, кто любит активный отдых, была выделена спортивная зона, где можно было поиграть в теннисбол, стритбол и футбольный боулинг.